Надежда Тасимова выходит из вагона поезда под аплодисменты. Женщину встречает семья, друзья и коллеги. Педагог стала абсолютным победителем всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации «Руководитель, заместитель руководителя организации». Надежду Владимировну до сих пор переполняют эмоции. Вот, ну, наверное, это коктейль эмоций. Это, конечно же, и радость. Ну, все-таки занять первое место абсолютным победителем на всероссийском конкурсе – это действительно значимо. Это достаточно большое количество идей, которыми я впечатлилась от других участников, да, и очень хочется вот это вот все воплотить, чтобы и дальше шло развитие, и наша все-таки область дальше показывала высокие результаты. Конкурс «Арктур» проводится с 2015 года. За это время уровень борьбы здесь возрос в несколько раз. В этом году в нем приняли участие 90 конкурсантов из 34 регионов страны. Вместе с Надеждой в номинации участвовало 19 человек. Но все же ей удалось одержать победу. Доказать на уровне России, что педагог абсолютен в своих компетенциях, в своих профессиональных возможностях, в своих знаниях, любви к детям, ну это дорогого стоит. И когда мы узнаем о таких победах, мы действительно гордимся, еще раз понимаем, что наш путь правильный. Правильный в поддержке педагога, его развитии. Участники от Ульяновской области участвуют во многих педагогических конкурсах и занимают в них призовые места. Профильное министерство всячески поддерживает педагогов, ведь от них зависит будущее поколение. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.